Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Наконец-то ко мне добрался этот шикарный смартфон Meizu MX5. Это флагманская модель от данного производителя. Очень много интересного можно рассказать об этом смартфоне. Очень классный аппарат. Я вам сразу уже прям выводы своего обзора рассказываю. В принципе, давайте обо всем по порядку. Естественно, у нас китайская версия, на рынке есть international версия и китайская версия. У нас китайская версия поставляется она вот в такой вот коробке. Здесь у нас стандартная книжечка, картинки. В комплекте есть скрепка для слота под сим-карты, есть microUSB разъем и есть вот такой вот мощный блочок зарядки. Сила тока у него 2 ампера. Ну и обязательно, конечно же, будем докладывать для вас переходничок под наши розетки, чтобы вам было комфортно пользоваться смартфоном. Модель выглядит просто шикарно. Кто-то скажет, что это аналог iPhone 6, 6 Plus. Слезали дизайн, слезали то, слезали все. Не знаю, ничего никто не слезал. Ну, может быть, и слезали, но в целом смартфон выглядит очень шикарно. Я просто кайфую от того, когда его держу в руках. Очень классный на ощупь. Материалы корпуса, сборка. Кто-то придирается к этим вот, как они их называют, бороздочки. Не знаю, что здесь придираться, дизайн просто шикарный. Спереди у нас 5,5-дюймовый дисплей, здесь Gorilla Glass 3, 5-мегапиксельная фронтальная камера, разговорный динамик. Слева от разговорного динамика находится у нас индикатор пропущенных событий. Снизу у нас никаких сенсорных кнопок нет, у нас есть одна единственная кнопочка. Эта кнопка и работает как механическая, работает также как сенсорная и работает также как... сканер отпечатков пальцев. Когда первый раз взял эту модель в руки, то сразу же мне вспомнился Meizu M2 Note, который плюс-минус выглядит точно так же. Но, конечно же, эту модель, когда рассмотрел поболее внимательней, то, конечно же, понял, что эта модель побогаче однозначно, не зря это топ от данного производителя. Сверху у нас разъем под наушники, микрофон. Здесь у нас качелька громкости, вверх-вниз, кнопка включения-выключения. Внизу у нас динамик, микрофон, microUSB разъем. С этой грани у нас как раз идет слот под симки. Тут идут две нано-симки, не буду открывать. Ничего особенного там нет, слота под карту памяти в этом смартфоне нет. И это, наверное, один из самых его больших недостатков, которые я могу выделить, скажем так, адекватных недостатков, а не просто придираться к этому смартфону. Задняя панель имеет вот такой вот вид. Вот это все выполнено из алюминия, логотип Meizu, 27-мегапиксельная основная камера с матрицей от Sony, там очень много различных технологий применено, камера шикарная, двойная вспышка, вот эти грани, насколько я понимаю, выполнены из пластика, сверху и снизу, вот такая вот конструкция. Толщина смартфона составляет 7,6 мм, полностью монолитный, ничего нигде не люфтит, не трещит. Кто-то придирается к этим местам, кто-то придирается к вот этим местам, что вот эти вот антенки. Я считаю, что сборка просто шикарная, и нареканий тут никаких быть не может. Олеофобное покрытие присутствует, но, как вы можете заметить, все равно у нас остаются отпечатки пальцев на экране. Без этого никуда. Давайте начнем. Технический обзор, как всегда, с Antutu. Давайте разберемся, что же это за платформа, на чем построена эта модель. Набирает в Antutu этот смартфон 50 тысяч баллов. Это у нас 64-битная версия Antutu, именно та, которая нужна для этой модели. Из того, что здесь есть. Это здесь 5.0 Android, Meizu MX5, процессор MTK6795T. Это вторая модель на базе, выполненная на базе этого процессора. И я просто очень доволен, что производитель MTK выпустил вот такой вот процессор. Он и очень производительный, и с автономностью у него все отлично.
В общем, очень удачное решение, за это огромное спасибо. Графический ускоритель у нас здесь PowerVR ROG G6200. Full HD разрешение экрана, камера 27 мегапикселей, оперативная память и объем здесь 3 гигабайта, встроенная память 16, расширить эту память у вас не получится, если только не покупать, допустим, 32-гиговую версию, либо 64-гиговую. Процессор этот 64-битный, 8 ядер, каждое ядро работает в тактовой частоте от 400 до 2200 МГц. Этого процессора вполне достаточно для любых современных игрушек, все летает, все запускается, просто очень круто. Плотность пикселей в этом экране составляет 401. И фронталка у нас идет на 5 мегапикселей. Из датчиков, что же здесь поддерживает эта модель? NFC в этом смартфоне нет. Wi-Fi, Bluetooth, компас, само собой, все это есть. Датчик приближения, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения, магнитный компас, гироскоп, датчик линейного ускорения, датчик векторного вращения. Также эта модель поддерживает OTG разъем, то есть можно будет подключать мышку, флешку и клавиатуру. Multi-touch давайте проверим. Не проверял, но скорее всего это будет 10 точек касаний. Да, это 10 точек касаний, ну ничего удивительного в этом нет. Так как это китайская версия, когда он к нам приходит, то прошивка у этого смартфона с индексом C в конце. Мы эту модель перепрошиваем на прошивку с буковкой А, и таким образом эта модель сразу же начинает работать с 3G сетями в Украине. В данный момент я обозреваю модель с индексом M575M, и вот такие частоты поддерживает эта модель. Кому нужно, сделайте стоп, посмотрите, сверьтесь. Я делаю такой вывод, что данная модель поддерживает 3G сети и будет с ними работать именно на этой прошивке, это важно. Прошивка стандартная, все полностью на русском языке, устанавливаются Google сервисы, Play Market, все устанавливается через App Center, поэтому никаких, в принципе, проблем с этим нет. Из того, что заметил, что здесь нет FM-радио в смартфоне, ну и это, наверное, кого-то огорчит. Мне, в принципе, на это наплевать, и радио я лично не слушаю. Из основных настроек все здесь на русском языке. Настройки звука, всех-всех-всех вот этих вот дел. Даже настройки, все настройки, что обычно бывает очень непонятно в других брендах, все настройки, даже сканер отпечатков пальцев, тоже все на русском языке полностью. Сразу же про этот сканер отпечатков пальцев. Наверное, это один из первых китайских смартфонов, где я действительно считаю, что вот здесь сканер отпечатков пальцев будет не лишним. Все дело в том, что, во-первых, сканер отпечатков пальцев здесь работает не где-то там, здесь сзади там или как-то проводить нужно. Сканер отпечатков пальцев встроен вот эту вот механическую и сенсорную одновременно кнопку. И я сначала думал, что работает он только таким вот образом, что мне нужно сначала включить, а потом разблокировать. Но можно сделать все гораздо проще. Нажать кнопку, и он разблокируется. А фишка в том, что, во-первых, сканер отпечатков пальцев здесь очень классный. Нужно сканировать палец как можно в разных уголках его, сбоку, слева, справа, сверху, снизу, чтобы смартфон реагировал на этот сканер отпечатков пальцев максимально корректно, и тогда вы будете действительно получать удовольствие от пользования этим сканером. Это очень круто, за это Meizu огромное спасибо. Далее перейдем к экрану. Экран, как многие говорят, тоже находят в нем минусы. Здесь Super AMOLED экран. Все привыкли к тому, что в смартфонах Samsung есть многочисленные настройки экранов, то есть тона более холодные, более горящие цвета, более насыщенные или менее насыщенные. В данном смартфоне это не реализовано. Единственное, что есть цветовая температура, можно сделать более теплое, более холодное изображение, и в принципе все. В принципе, экран отображает очень яркую, сочную, перенасыщенную картинку. Лично для меня, мое мнение, это хорошо. Я люблю такие ядерные цвета, мне это очень нравится, и в основном людям, как правило, показывают отзывы в интернете, людям это нравится. Но
Некоторые обзорщики говорят о том, что якобы это недостаток и должен быть выбор. Решайте для себя, недостаток или достоинство это, но для меня это просто классный Super AMOLED экран с яркими насыщенными цветами. Вот такой мой вердикт. По углам обзора здесь, естественно, OGS технология, то есть нет никакой воздушной прослойки. Картинка одинаково отображается под любыми углами, поэтому в этом плане тоже все супер. Очень приятно меня удивило звучание в этом смартфоне, начиная от разговорного динамика и микрофона, продолжая внешним динамиком вот этим вот, который здесь один-единственный, и я вам сейчас быстренько постараюсь продемонстрировать звучание. В принципе, звук классный во всех Meizu, особенно Meizu премиум класса, это MX4, MX5, MX3, везде классное звучание. Ну и, конечно же, звук в наушниках, это просто шикарно. Мои Sennheiser CX300, вроде бы модель второй версии, выдают шикарное звучание с классными басами, очень громкий, насыщенный звук. С удовольствием, если бы я был владельцем этого смартфона, я с удовольствием бы слушал качественную музыку и получал бы огромное удовольствие. По данным от производителя, здесь установлен какой-то отдельный аудиочип, который именно и отвечает за обработку звуков, звучания, музыки и всего другого в плане звука. Поэтому со звуком тоже никаких проблем, супер все. Процессор, производительность 3 гига оперативки. Здесь идет, получается, MTK6795 по 2,2 ГГц 8-ядерный процессор. В общем, это новый процессор от компании MTK. И любые современные игрушки запускаются отлично. Просто шикарно идут на всех на максимальных настройках. Да, это не топовый процессор, который есть сейчас на рынке мобильных устройств. Но это тот процессор, который подарит вам, опять же, море наслаждения в любых современных играх на максимальных настройках графики. Поэтому, что касается игр, что касается игрового флагманского смартфона, здесь никаких проблем у вас не будет. Все будет запускаться на максимальных графиках, на максимальных настройках. Поэтому, если вам нужен игровой смартфон, Meizu MX5, то, что вам нужно. Перейдем далее к тестам, которые я проводил. Это тест GPS. GPS ловит довольно-таки быстро, 10-15 секунд в режиме балкона. Все отлично, GLONASS спутники поддерживает, очень много спутников ловит. Платформа MTK6795 классная тоже в этом плане. Переходим к очень интересному моменту, аккумулятор. Разные отзывы, опять же, в интернете. Информация от производителя здесь 3 150 мА аккумулятор, он встроен. Смартфон, естественно, не разборной, то есть он там под крышечкой. А какие результаты у меня показал этот смартфон? Результаты, я считаю, для такого железа просто супер. Не стоит забывать, здесь Full HD дисплей, здесь 5,5 дюймов, здесь шикарный, новый, мощнейший процессор. И смартфон набрал у меня 7602 балла. Это круче, чем Meizu M1 Note, это круче, чем OnePlus TV X600. Это круче, чем любые современные модели с более слабыми процессорами, с меньшими объемами там, оперативной памяти, более простенькими экранами. Лично мое мнение, я вот тестирую уже второй смартфон на базе такого процессора MTK6795. Это вот
Просто компания сделала шикарный, автономный, очень производительный процессор, который показывает вот такие вот результаты. LTP One тоже показывал на базе этого процессора шикарные результаты. Чтобы вы понимали, 7602 балла. Ну, круче результат показывает только Elephone P8000, у которого 4000 аккумулятор. Он показывает 8400. Elephone P7000, у которого 3450 мА, он показывает что-то то ли 7900, то ли 8, то ли 8100. То есть данная модель с таким процессором, я считаю, что это показатель около максимальный для данного железа. И назвать его средним, как многие обзорщики это делают, назвать его посредственным, ничего особенного, на день хватает смартфона, но это глупости просто. Здесь отличный, шикарный аккумулятор. И держит он в режиме игры, у меня продержался со 100% до 0, до 3, это 4 часа 21 минута. Посредственный результат, средний результат, это 2,5-3 часа в режиме игры, в режиме Epic Citadel. Я тестирую этот тест на всех смартфонах, я знаю, что такое слабый результат, я знаю, что такое средний и что такое хороший. Вот это хороший результат, 4 часа 21 минута, это классный результат для такого железа. Это же ведь у нас не автономный смартфон, это же не Lenovo P780, который держит у нас в Antutu тестере 12 тысяч баллов. Нет, это топовый флагманский смартфон, производительный, поэтому по аккумулятору нареканий здесь тоже быть никаких не может. Камера здесь, как всегда, у топовых Meizu классная. Здесь 27 мегапикселей оптика стоит от компании Sony. Различные линзы, применены различные технологии. Из того, что лично я понял для себя. Во-первых, обычно в Meizu есть куча различных настроек. Здесь макросъемка, авто. Очень интересный ручной режим для любителей пофотографировать, для людей, которые умеют это делать. Очень много различных настроек. Режим портрета, панорамы, смена фокуса, сканер, замедленная съемка. Если мы выбираем вот эти все режимы, если мы выбираем режим авто, то у нас доступны вот такие вот настройки. Камера у нас снимает видео в формате 4K. Я для вас запишу в формате Full HD, потому что, ну, лично у нас 4K формат видео не получается загрузить на YouTube и просто видео на смарку. Full HD запишу, там тоже шикарное качество, поэтому нареканий тоже на камеру быть никаких не может. Качество изображения просто очень крутое. Делал различные фотки. Я вам эти фотографии обязательно загружу, покажу. Вы сможете ощутить. Ну и в интернете тоже много. Ну и у нас будет несколько фотографий интересных в различных режимах. Макросъемка. По камере, в общем, как бы нареканий нет. Вот в кромешной темноте с вспышкой качество изображения тоже, как по мне, очень достойное. В принципе, все. Рассказал я то, что хотел рассказать про Meizu MX5. Получился обзор довольно-таки длинный. Ну, как бы здесь есть о чем рассказывать. Что я думаю по поводу этой модели? Из основных минусов, которые можно выделить в Meizu MX5, это то, что, как всегда, почему-то топовые модели базируются на основе только встроенной памяти. Здесь нет слота под карту памяти. Поэтому в продаже есть версия на 16 гиг, есть версия на 32 и, скорее всего, скоро будет версия на 64. Естественно, каждая из версий будет значительно отличаться по цене. Разница между 16-гиговой версией и 32-гиговой еще совсем недавно была около $50. Сейчас там разница немножко уменьшается, но тем не менее разница существенна. Купить карту памяти и вставить в смартфон было бы значительно лучше. Поэтому 16 гигов, как бы, в принципе, довольно-таки мало для топового смартфона, в котором можно запустить несколько игрушек, поснимать хорошее 4K видео, которое тоже будет тянуть кучу места. Ну, наверное, предпочтительнее будет, конечно же, объем в 32 гига, наверное, это будет минимум. Ну, я бы, наверное, вот такой бы вот выбор бы делал, но покупают, в принципе, и 16-гиговую версию, она дешевле, она доступнее. Ну, и некоторым просто нужен классный гаджет. По всем остальным моментам, сборка, качество дисплея, качество камеры,
то, как срабатывает здесь аккумулятор, то, как разработчик выполнил этот сканер отпечатков пальцев, наконец-то в китайском смартфоне, Meizu это китайский смартфон, сделали крутой сканер отпечатков пальцев, которым реально удобно и реально есть смысл пользоваться. Потому что до этого в телефонах вот эти все подобия сзади на крышке, ну это никуда не годится, он там просто-напросто не нужен, тот сканер отпечатков пальцев. И аналоги могут быть, ну не знаю, Litivi One X600, аналог, да, но... Что такое LTV на данный момент и что такое Meizu. И по качеству прошивок тоже я бы выделил однозначно Meizu. На этом все. В принципе, я вам рассказал все, что хотел. Спасибо большое за внимание. Если есть что дополнить, если я в чем-то не прав, пишите в комментариях, будем общаться. Meizu MX5 вот в такой вот коробке. Пока что версия у нас в наличии M575M. Это версия... вместе с прошивкой с буковкой А в конце, на которой будет работать 3G интернет. Обязательно заходите к нам в интернет-магазин. Meizu MX5 можно купить в интернет-магазине antelife.com.ua. Подписывайтесь к нам в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, где вы сейчас и просматриваете этот ролик. Мы будем стараться снимать все новинки и рассказывать лично свое мнение, правдивое мнение, то, каким есть смартфон на самом деле. Спасибо за внимание, всего доброго!